Всем привет! Сегодня у нас с вами такая необычная распаковка. Я взяла такой комплект, набор исторических ценностей, как для меня это выглядит. Всего этот набор стоил 3,99, и здесь у нас открытки старые канадские, как я понимаю, нельзя посмотреть, это то есть ты можешь хотя бы чуть-чуть вот так оттопырить, но ты не поймешь, что здесь внутри. Я вижу, что здесь ободранные не есть, то есть только части, которые с картинкой, наверное, оставили. И это еще интереснее, потому что это значит, что эти открытки были использованы. А все, что старое про историю Канады, мне это все очень сильно интересно. Поэтому давайте открывать. Первый лот у нас вот такая открыточка со старыми детками. Потом мы посмотрим, наверное, какому это празднику, я даже не знаю. Вот это, понятно, зимнее что-то. Потом посмотрим, возможно, я найду на что-то цены. И в конце вам это все покажу. Это какие-то цари и местописания. Это, наверное, кто-то с небес. Какая-то чья-то картина, тоже оторванная часть. В конце видео хотела показать вам еще одну необычную вещь, которую обнаружила в Канаде. Это сушеная шелковица из плодовых деревьев. Я еще не знаю, какие в Канаде растут прямо на улицах, как у нас абрикосы, яблоки, даже шелковица. Поэтому есть вероятность, что только в таком виде я ее здесь и поем. Выглядит она как ягода без жидкости, очень воздушная, хрустящая. А когда ты начинаешь ее жевать, то по консистенции она начинает напоминать икру в таранке сушеной. По вкусу здесь ощущается исключительно сахар, сладость и больше никаких ноток, к сожалению. Ну, сахар это я имею в виду не то, что она с сахаром, добавлением сахара, а с ее естественной сладостью. Вот такой был эксперимент. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих. Всем пока!